Современные технологии позволяют ребятам из разных городов общаться и делиться впечатлениями, даже если они находятся почти за 1000 километров друг от друга. Ученики кадетских классов 20-й школы Белгорода провели телемост со своими товарищами из Волгограда. Везде своя специфика, везде свои исторические нюансы, везде какие-то национальные традиции, если мы говорим о каких-то республиках Северного Кавказа. Поэтому для нас вот важно в нашей многонациональной стране, в стране, где, грубо говоря, больше 80 субъектов, поддерживать вот это вот взаимодействие, несмотря на расстояние. Телемост между школьниками Волгограда и Белгорода не случайен. В этом году отмечают 80 лет Сталинградской битве и Прохоровскому сражению. Взаимосвязь времен, поколений, дат, событий, она должна быть в нашей жизни. Поэтому сегодня связь с Волгоградом. Рассказать о подвигах настоящего пришли офицеры Белгородского собора «Белогор». Ребята, смена наша, вот как мы их воспитаем, так они и будут жить. То есть, в свою очередь, на их плечи постепенно переходит вся ответственность за нашу родину, за наше государство. Пользуясь случаем, ученики передали офицерам письма и открытки для тех, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. Им необходима сейчас поддержка в трудное время. Вот, я думаю, им будет очень приятно. Чтобы солдаты знали, что их ждут, ими гордятся. Чтобы они выжили, смогли. Это вот поддержка как бы им. А для друзей из Волгограда белгородские школьники подготовили особый подарок – книгу с подробной историей областного центра. Сергей Елисеев, Антон Некрасов, Белгород Медиа.